Доброго здоровья всем моим друзьям, подписчикам, пчеловодам, зрителям моего канала. Сегодня у нас 4 января 2017 года. Решил небольшую заметочку видеоснять по ульям, которые зимуют на улице, а точнее по крышам, которые установлены на данный момент на эти улья без вентиляции, с утеплительным пенопластом 5 сантиметров по толщине, самой обычной плотности, самой дешевой плотности, не самой плотной. Так вот, спасибо моим друзьям, которые мне посоветовали перед изготовлением крыш применить пенопласт толщиной не менее 5 сантиметров. Я хотел использовать двоечку, ну, чтобы удешевить еще более крышу в изготовлении. Вот. Ну, посоветовавшись с друзьями, Андрей Сумчанин, огромное тебе спасибо, Пасековый Валера, вот, посоветовались, и люди подсказали мне, что 5 сантиметров будет самый оптимальный вариант. И вот сегодня 4 января, снег у нас не выпадал еще с прошлого года, снег этот лежит еще выпавший в 16 году в декабре. Мы можем обратить внимание на крыши, я даже пройдусь, солнечный сегодня день, сторона, вот, снега не было давно, собачка бегала, видно следы. Вот, на крыш нет проталин, которые раньше у меня наблюдались при неутепленных крышах. Вот эти проталины были. Вот подойдем к ульям, которые находятся на солнышке. Вот краевочки оттаяли. Вот видно, что даже капает водичка. Вот здесь у меня сзади. Вот, поэтому вот утеплитель 5 сантиметров, 5 сантиметров утеплитель, свою функцию действительно выполняет. То есть меньше ребята, кто будет делать, я просто не советую. Могу теперь уже дать совет. Не советую ставить, так как будет проталина на крышах. Реально это означает, что тепло, которое аккумулирует семья, вот, будет теряться. Просто не нужно. Опять же таки, крыши без вентиляции применяются в основном на сетчатом дне. Ну, можно применять и на обычном дне. Увеличивается только конденсация влаги на стенках. Вот такое вот маленькое замечание. Вот, сейчас мы, может, откроем некоторые семьи. Я просто крышки приоткрою. Посмотрим, перешли ли семьи во второй корпус. Ну, давайте те, которые постоянно открываю. Вот, вот этот откроем сейчас. Немножко так вот, буквально. Да, вот тут семья во втором корпусе. На улице плюсовая температура, здесь еще нет. Ну, видно, он конденсатик на влаге немножко. Так, в основном сухо, не хочется шуметь. Там здесь так же самое, не перешли. Я даже одно время начал очковать. Ну, думаю, как это, не поднялись они вверх, может быть, там что-то случилось. Ну и 23 декабря подорвал некоторые корпусы, потому что было, ну, переживание все-таки. Ну, клуб находится как раз между корпусами. Вот видно, что капельки влаги, семья живая. Если бы влаги не было, значит, семьи здесь бы и близко не было. Никому вырабатывать было бы тепло. Так, вот такая вот ситуация. Ну, еще один откроем. Вот на солнышке, все вот эти стоят на солнышке. Вот не потаяли. Вот, опять еще откроем. Интересно, тут вроде бы перешли. Да, здесь вот посерединке сидят, видите, как четко на солнышке прогрело, быстрее поднялись. Влага только вот в этом месте. Так, сухо, все сухо. Пчелы зимуют. Тишина. А что здесь? Немножко приподъем. О, здесь больше перешли, здесь сильнее семья. Наверное. Так. А здесь, на солнышке, которые здесь нет, здесь сидят в глубине. Оп, капелька упала. Так, крыши изготовлены. Вот заготовочка у меня осталась, не хватило металла на нее. Буду делать вот в таком исполнении, то есть никаких вентиляций совершенно нету по бокам, нигде, ни сбоку. Обычная USB,
Опять же таки, качество изби, ребята, обязательно. Тоже я столкнулся с таким моментом. Если будете покупать, обращайте внимание, чтобы изби была качественная, чтобы вот здесь не было непроклеенных мест. Обязательно обращайте на внимание. Ну, польский, конечно, это самый лучший ОСБ, с которым я столкнулся. Пленка здесь не обязательно там пищевая, не пищевая, все равно она переждается гнездом. Любой полиэтилен берется пищевой. Это так, чтобы не сыпался пенопласт. В общем, вот такой вот небольшой видеоролик по крышам. По крышам обязательно весной покажу, как пчелы перезимовали. Постараюсь некоторые донья заменить. А было бы, конечно, интересно, если бы все. Ну а что, для себя будет тогда больше картина понятна. Ну, наверное, так и сделаем. Быстренько донья поснимаем, новые поставим и снимем полностью, как перезимовали семьи на сетчатом дне в данную зиму.